Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 515. Запишите отрицательные местоимения с предлогами. Обозначьте условия выбора слитного и раздельного написания «не-не» в отрицательных местоимениях. Составьте с полученными словами словосочетание или предложение. «Не с кем» пишем раздельно. Частица «не», потому что под ударением. «Ни во что» пишем «и», потому что без ударения. Пишем раздельно, предлоги со словами и с частицами мы пишем раздельно. Ни у кого, под ударением «не» пишем раздельно. Ни для чего, без ударения пишем «ни». Ни от кого, поставим ударение «ни во что». Ни для чего, ни от кого, ни перед чем. Предлоги со словами пишутся отдельно, без ударения «ни», без ударения «ни», с ударением «е». Составим предложение. Не с кем поделиться впечатлениями, ни во что не верить, ни у кого спросить правду, ни для чего не понадобился, ни от кого нет весточки. Ни перед чем не останавливаться. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал. Есть предложения или пожелания? Оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.